Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в растения против зомби-герои. Так, ежедневочки у нас обновились. Выиграйте 5 многопользовательских игр и нанесите 20 единиц урона героям-бесячеством. Слушай, кстати, мы сегодня получим аж прям целых 200 самоцветов. Достойно. Ну что, нанесите 20 единиц урона бесенкам. Ну, поехали, попробуем. Бесенком. Так, бесенок вот у нас. Дай-ка я гляну, что у нас тут за колода. Ну, на пиратах получается, да? Ну, я бы, наверное, знаешь, что бы сделал? Наверное, убрал бы вот этого, наверное, удалил бы. А вот взял бы, скорее всего, бочку. Зомби в бочке. Вот это бы добавил, наверное. Ну что, попробуем. Вот такой вот неспешной колодой разбомбить нашего противника. Так, сегодня после, ребята, растений против зомби, очередная серия по Snap Marvel будет. Хочу добить там лигу. Ну что, поиск соперника. Ищем. Ищем, выжидаем, как говорится, из-под укрытия. Что-то как-то не идет. Почему никто не хочет? Нашли. Ядрен Матрен, Роза, ну, 22-й ранг. Как бы, я даже не знаю, ребят. Ранг это не показатель. Ядрен Матрен, что же вы... Блин, два пирата. Ну, давайте, наверное, так сделаем. Стоит или не стоит? Давай так проверим. Интересно, поведется или нет? Как думаешь? Оу, щит. Угу. А давай так сделаю. Заодно посмотрим, есть ли у него могилоед. Превращает. Потратил. Потратил, ребята, он эту фигню. Опа. И делай заморозку. Окей. Так. Давай вот так сделаем. Поехали. Защита, интересно, сработает или нет? Она сработает сейчас, да? Она сработает сейчас. В общем, ребята, он все эти свои потратил. Ну, это мы, наверное, пока оставим. Что я могу предложить? Я могу предложить, наверное, сделать вот так. Рикошет надгробия. Ну, допустим. И это все, да? Прекрасно. Поехали. Отлично, отлично, друзья мои. Ну что? И как тут лучше сделать? Давай, наверное, вот так и вот так. Посмотрим.
Так, ну что, у него сейчас срабатывает защита. Я уже забыл, что у него там остается. Заморозку. Заморозку он делает. Он, друзья, сделал заморозку. Ну, а если я сделаю вот так вот? Ну, тут ты, парень, не угадал. Вот тут ты, парень, не угадал. Сколько ему нужно нанести урона? Поехали. Так. Ну и сделаем, наверное, еще вот так вот сразу же. А там посмотрим. Ну что, Брук? Ну, допустим, допустим. Так, этот в минус идет. Ну, тут, конечно, немножко... немножко нехорошо получится. Но я думаю, что все равно шансов у него на выживание нету. Поехали. Надеюсь, защита не сработает. Нет, не сработало. Ну что, Брук получил то, что заслужил. Друзья, мы выиграли. Нам нужно было 20 единиц урона нанести, мы нанесли. То есть бесенок справился, да, с поставленной задачей. Угу. Так, и теперь нам нужно выиграть 5 многопользовательских игр, плюс еще нанести 300 единиц урона героям. 5 многопользовательских выиграть игр. Но давай, наверное, сыграем. Если брать по растениям. Может, блин, вспышка в прошлый раз у нас не особо получилось сыграть за нее. Может быть, за бабаха попробовать, а, ребят? Давай рискнем за бабаха сыграть. Давно я просто за него не играл, если честно. Поэтому как бы хочу. Хочу подраться именно бабахом. Так, и мы против супермозга. Да я даже пока не знаю. Что-то как-то люто дали тут. Две мины, но на первые ходы нам хватит. Я боюсь, что он сейчас будет на бесятах играть. Которые стоят там 3-5, по-моему, если не ошибаюсь. Не стоит, точнее, а 3 урона, 5 к атаке. Ну ты понял, чем я. Он пока ничего не стал ставить. Я тоже воздержусь. Если я поставлю ягоду, скорее всего, он ее уничтожит. Кровожадность у него есть. От нее ты никуда не денешься. Ну, долго думаешь, парень. Долго думаешь. Блин, он опять ничего не ставит. Почему ничего не ставит? Виноградина. Виноградина. Ну что, я могу сейчас ягоду поставить. Но опять же боюсь, что кровожадность у него будет. Можно поставить мину. Давай попробуем, короче. А фиг ли пробовать. Так, это уже интересно.
Хм. А кого он там поставил? Я не знаю, ребят, пока. Наверное, кто-то, кто будет перемещаться сюда, скорее всего. Угу. Не стал, да, сюда идти. Но дело-то твое, парень, мне-то что? Не захотел ты вставать сюда. Как хочешь. А давай я сделаю вот так вот. Ну что, он потратит, наверное, кровожадность, скорее всего, перемещение сюда. Как вариант. Потому что, ну, 8 в лицо, мне кажется, он не захочет получать. Угу, я и говорил, что бонусная атака. Ну, ну, нанесет он одну единичку урона. Ну, ладно, фиг с ним. Что у нас дальше идет по плану? Можем прикрыться орехом здесь, да? Можем? Можем. Можем сделать вот так вот. Так, берем дополнительную энергию. Ох, сейчас прилетит-то ему. Так, да? Рикошет всех растений на земле. Как вариант, ребят. Эх, кровожадный стрель. Ну, его дело. Это дело его. Ну что? Ставим кукурузу, наверное, да? Так, зомби. Зомби выполз. Ну, перемещает. Бонусная атака. Но это, ребят, меня нисколько. Вот это вот меня нисколько не пугает. Так, ну что, 5 в лицо и дальше. А дальше подставляемся. Как? Сейчас увидишь. Ой, ты наивный парень, а. Ты просто наивный. Нам можно сделать так. Никаких, ребята, как говорится, проблем. А можно сделать... Можно сделать и вот так. Плюс еще вот так. И вот так. А там уже пускай как хочет, так, ребят, действует. Ну, рикошет сделал. Сделал рикошет. Он думает, на рикошетах, что ли, отыграется? Не отыграется. Не отыграется. Давай смотреть, что на этот раз он придумает.
Если он там вызовет кучу гаргантюа или еще что-нибудь, то, поверь мне, это ему не поможет. Колокольчик ему тоже не поможет. Вызвал, допустим. Но пускай что хочет делать, ребят, абсолютно. Абсолютно мне все равно. Бонусная атака — это тебе не поможет, парень. Все, до свидания. Это бесполезно тут что-то драться, когда такая комба стоит. Это тут либо орех уничтожает, который нанесет урон, либо этого, который все равно, опять же, нанесет урон. Это без вариантов, ребят. Мы получаем с вами 100 кристаллов. Нам нужно еще выиграть 3 игры. Ну что, давай за банк Чуя поиграем. Давно за него не дринкали, поэтому... Ох, ёпрсеты, вот это вот уже серьезная заявочка. Это, ребят, серьезная заявочка-то там. Я тебе хочу сказать. Заклинашки. Можно было, конечно, 6 лицо ему прописать сейчас, прямо с лету. Угу. Вылезла псина, да? Давай сделаю вот так вот. Да, тратится, ну, его дело. Давай сделаем так. Просто хочу посмотреть, что он там будет делать. Вытягивает две карты. Но не хотел я вот эту вот карту. А что он там тихорится, интересно мне знать. Кто-нибудь знает, почему он тихорится? Ну, заклинание-то у него, понятное дело, там тьма тьмущая, поэтому... Вот он что начинает делать. Так, карту вытягиваем. Арбуз, отлично. Арбузик мы получили. Ага. Давай-ка я сделаю вот так вот. Посмотрим. Ты понял? Ты понял, что у него было? У него была кровожадность, ребят. То, что защита, конечно, это да. Два танцора, да? Еще одна бучка. Так, ну что у него? У него, по-моему, у него бочки быть не может, насколько я помню, ребят. Сделаем вот так вот. А там посмотрим, что он там сделает. Хотя, может быть, он кровожадность вытянул. Я не знаю, ребят, честно говоря, что он там может сейчас достать, вытянуть.
И куда? Сюда, что ли, в арбуз? Ну, в арбуз. Давай дальше. Так, три в лицо получит он в любом случае, да? Три в лицо он получит в любом случае. Так, теперь что? Хороший. Мы можем превратить их в клононасы. Ты видишь, да, что утворяет? Несчастный чепушила. Давай-ка, наверное, я все-таки их превращу в клононасы, ребят. И здесь еще сделаем вот так вот. Погнали. Хильнуться мы сможем, в принципе. 3, 3 и 3 это 9. Так, он начинает транжириться. А почему? А, ну здесь ему бы не хватило, я понял. Ну что, опять этого психа будет вызывать? Нет? Ну, будет вызывать, ребят, психа. Воу-воу-воу-воу, защита сработает? Нет. Защита не сработала. А вот если бы сработала бы, ну, сам понимаешь, ему бы настала бы крышка. Ну что, давай, Бонг, что, еще разочек тогда попробуем. Еще разочек попробуем. Так, ну что, начинаем. А с чем мы начнем-то? У нас ничего нету. Третий ход на огурец. Это случайно не тот же самый, не, ребят? Нет? Что-то не могу понять. Неприятно. Очень было неприятно. Да нечего мне ставить. Так, он берет дополнительную энергию. Что он задумывает, а? Давай сделаем так. Шаманство. Блин, опять же что-то не к добру, ребят, творит. Опять он что-то там творит, не к добру. Ты только полюбуйся, что он тут сделал. Я могу поставить так. И, наверное, вот так. Поехали. А потом кабачком, если только, ребята, уничтожить его. Но я сомневаюсь, что у него кровожадность там будет, хотя... Хотя посмотрим, что он там, кровожадность будет врубать или что у него. Просто интересно. Шаманство. Но он неспроста, ребята, хапает все это. Неспроста. Че, будем прикрываться, наверное, да?
Да, не получилось добить. Такс, думай, думай, голова. Что он там может сделать? Давай, наверное, так вот сделаем. И вот так. Ты понял? Ты понял, что он сейчас сделал? На одну карту, блин, только не осьминог. Ой, нет, они зам... Понятно все. Да, ребят, тут не получается. Он чё, блин, не справляется. Сейчас прикиньте, сколько он сейчас урона, ребят, нанесет. Вырубил просто, вырубил. Блин, вот этот вот, где вот он пропадал? Вот мне объясни. Вот этот вот фасоль, которая нужна была мне. Не было ее. Фасоли не было. Он заклинание делал и ничего за это не получал, ребят. Никакого штрафа. Вот и все. Давай так вот, наверное, сделаем. Как ты мне дорог, а? Уберем его отсюда, чтобы он не мешался нам. Так, две клубники. Ну, в принципе, это хорошо, ребят. Угу. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Что дальше? Что дальше ты поставишь? Вот так вот, да? Мы сделаем вот так. Но у него есть перемещение. И вот, я вот об этом тебе и говорил. Куда он сейчас будет ставить? Сюда? Поехали. Так. Прокачался утырок. Давай-ка так сделай. Ну что, бонусная атака? Он, наверное, этим звезданет сейчас, или что, или кем? Так. Это пока нам не пригодится. Что-то опять, ребят, не клеится как-то. Но не получилось. Опять не получилось, ребят. Ну что я могу сделать? Да иди ты со своим набором, блин. Все не то. Все не то и не так. Сейчас всех перепробуем. Кто тогда должен, ребята, здесь навести шороху? Что-то опять не то. Так, Нептусь. Не знаю, ребят, на чем она будет сейчас играть, Нептусь. Посмотрим. Два в лицо, такой довольный. А почему, с какого фига у меня вот эти два ореха-то здесь?
Я не понимаю. Так, он их, наверное, хочет, что там, я не знаю, прокачать. Что он там с ним будет делать? М? Что он может с ними сделать? Так, гадость, убери отсюда. Чтоб я ее не видел. Я понял тебя. Крокодил. Вот так вот, да, значит? Ну, что я могу сказать? Давай так сделаем. Гарлика будем ставить, да, или кого? Тын-тын-тын-тын-тын-тын. Давай так. Не стал здесь уничтожать, стал вот сюда, ему надо было. А в надгробии спрятал. Хорошо. Ну что это, ребята, выпало мне? Вот это вот что такое? Вирус. Я тебя понял. Вирус, значит, да? Ну понятно, что это труп ходячий. Сюда поставим. Бобовые. Так, а у него заморозка. Ну что, он в крокодил, наверное, будет замораживать, да? Заморозил крокодила, молодец. Так, мне надо, что надо? Мне надо... О, вот что он делает. Что, ребят, навскидку? Ах, как шикарно-то. Так, кого он там, осьминога поставит? Безумие ставит. 5. Ну все, ему крышка, ребят. А, подожди, какая крышка-то? Еще нет, еще подергается. А, уже не подергается, ребят. Уже не подергается. Сдается. Да, вот этот вот лазербин очень даже, ребят, в тему вылез. Я не ожидал, что мне орех подкинет его. Честно скажу, просто не ожидал. А он мне подкинул его. Так, ну что? Еще разочек, ребят. Ну, колода, понимаешь, это не та колода. Это была ореховая колода в данный момент. А мне нужна колода... Как она называется? То ли 6-й номер, то ли
Седьмой номер, я не помню. Я не помню номер колоды. Видишь, не подписываю. Давай попробуем шестой. Вот нафиг мне. Две кукурузы. Точнее, кукуруза. Зачем вот это вот? Вот это вот все. Ладно, пойдем тогда уже за зомби, наверное, сыграем. Там что-то какой-то бардак у нас получается. За зомби все намного проще. Разгром на Гаргантюа. Этот у нас там фиг знает на чем. В общем, попробуем сейчас. Ё-моё, завостезило. С ней особо тут, ребята, не попрыгаешь, не поиграешь. Вот что я хочу сказать. Ландшафт, если мы поставим... Ну что у нее за ландшафты могут быть? Да дофига какие могут быть. Вытягиваю две карты сразу же. У меня вариант только вот так вот сейчас поставить. Ландшафт. И что? Он же может схомячить, да? Может, конечно. Он может... Ага, вот как. На орехах? Ну, в принципе, почему бы и нет? Но мне кажется, хил-то у него 100% должен быть. Как ты считаешь? Пропущу я ход. Пропущу я ход. Так, он ничего не стал делать, ребят. Угу. Угу. Защитник, да, у нас тут появляется. Ну давай я так сделаю. Просто интересно, он захомячит его или нет? Или минус один-один по земле? Вот как. Вот, ребятушки, что он делает. Это уже серьезная заявка. Ну что, наверное, сейчас уничтожит мне ее. Вероятнее всего, захомячит. А почему именно этого? Настолько уверен в своих силах, что ли? Я не пойму. Где Гаргантюа, ребят? Я вот не вижу ни одного Гаргантюа. К сожалению, пока. Я вижу только вирусы, блин. Я только вирусы вижу одни. Не-не-не, парень, даже не думай об этом. Так, у него надгробий, насколько я помню, нету, да? Надгробий у него, насколько я помню, нету. Где?
Где, блин, мои гаргантюа, а, ребята? Скажи-ка мне на милость. Начинается, да? Ну, хильнулся, молодец, все. Это тебе не поможет. Укатывайся отсюда. Так, давай вирус врубаем. И что нам здесь понадобится? Нам понадобится здесь вот так. Так, 6 в лицо-то он получит, это однозначно. Но он сейчас будет хиляться опять. Смотри, что делает. Выставил. Выставил, да, значит? Поехали. Единственное, что успеем ли мы пробить? Или в блок? Понятно, ребята, в блок. Так, сейчас защита, надеюсь, сработает. Ну, срабатывает, ё-моё, вот. Уничтожил, подбил, молодец. Так, 13 хп, да? Тю-тю-тю-тю-тю. Что мы можем сделать? Поставим вот так. И вот так. Угу. Да ёпарасоте, блин, со своей малой, блин, Вера. Поехали. И в лицо 12. Блин, неприятно. Этого прокачивать будет. Интересно, у него есть еще росточек или нет? Прокачивает, понятное дело. Я понимаю. Это меня не интересует. Я могу только так сделать. Это единственное, что можно сделать. Ну, тут я проиграл, короче. Тут... Без вариантов. Ну что мне этот вирус? Вирус мне не поможет. Если он кого-то сюда, конечно, поставит. Разгром, где все твои гаргантюэ? Я не понимаю вот этого. Где они все у тебя, блин? Придурок ты несчастный, а? Ребят, вы видели хоть одного гаргантюа, чтобы я вытянул? Там зомбота или еще кого-нибудь? Вообще никого не было, блин. Я никого не мог поставить, блин.
Я охренею просто. Вот как вот так вот можно, ребят? Ну, ты посмотри. Ты посмотри, что у него есть. Единственное, что нам выпало, это вот эта хреновина. И вот этот вот. Все. Все, а больше ничего не выпало. Ни хил нам не выпал, ни зомбот не выпал, вообще никто не выпал, ты понимаешь? Вот, вот эти вот, вот. Вот эти вот два были. То есть четыре, вот эти, вот и вот эти вот. Все. И гуляй, Вася, ё-моё. Гуляй, Вася называется. Играй как хочешь, блин. На дерьме каком-то, понимаешь? Колода на Гаргантюа, ни одного Гаргантюа не выпало. Я в шоке. С этого дебилизма. Просто ни одного не выпало. Как тут можно быть спокойным? Как тут можно, блин, играть, ребят? Я не понимаю. Вообще, вот, вот этого я не понимаю. Дебилизма. Серьезно тебе говорю. Фиг ли ты мне сейчас выпал, блин, он мне. В самом начале хода он мне выпадает. Нафиг он мне вообще нужен, блин. На начальном этапе. Дебила кусок. Ну что, гаргантолог, ну что он сейчас? Он превращаться сейчас будет в кого-нибудь. Как обычно. Ой. Никаких нервов не хватит просто, ребят. На все это, на весь этот беспредел. Заморозка что-то будет заниматься, что ли? Еще замечательно. Роза на вшивых заморозках. Ладно. Пропускаем. Тебя умоляю. Вылезло здесь чудище. Так вот отсюда уберем. Так, ну этого раздавить можно. В принципе, не проблема. Не, лучше тогда этого раздавить. Лучше этого раздавить. Так, ну что у нас? На два меньше, да? На два меньше. Сейчас будем смотреть, ребят, что у него там. Какие у него супостаты. Заморозка, как всегда, или что? Он может превратить в козла. Превратить вот этого в козла, например, да? В легкую. И в то же время ему нужно вот от этого избавляться. Вот. Капитан. Вот так вот ты, значит, делаешь, да? Хорошо. Грипп. Угу. Так, заморозка. Так, это мы пока не будем трогать. Так, а будем трогать мы следующие. Ha ha ha!
Так, все. Погнали. Ну, наверное, все, погнали. Мне бы до зомбота дожить бы. Так, с капиташки пошли. Вот так вот, да, значит? Поехали. Дружище! Хоть в жизни, хоть свезло, ё-моё, на зомботе. Это прям чудно, ребята, чудно. Меня вот так вот наказывали не один раз, когда зомбот выпадал. Пускай теперь вкусит прелести все. А то ведь расслабился хмырь болотный. Фух. Время уже, блин, второй час. Рейд все дрынкает, блин. Еще снэп от Marvel хотел. Еще Outlanders сегодня новая игра вышла. Я ее хотел поиграть, ребят. Когда это все? Не знаю, успевать. Ну, в принципе, пока годится, ребят. Пока годится. Рука, в принципе, неплохая. Есть флакон против бобовых. Его любимых бобовых. 100% они здесь будут присутствовать. Ну, начнем вот с этого зомби. Газетчик. Ты видишь, что вытворяет? Он что, как будто знает, да, специально? Специально выставляет? Ну, а если я вот так сделаю, например? Даже не прикрыл? Да нечего мне пока тут ставить, ребят. Будет он фасолину свою тратить или нет, как думаешь? Будет. Тратит. Потратил он свою фасолину, короче, ребят. Ну, мне здесь делать нечего. Поехали дальше. Кого же он поставит? Я флакон-то этот держу. Ё-моё, вытягиваю две карты. Вот эту вот гадость убери отсюда, пожалуйста. На заморозках. Он будет играть на заморозках. Он собирается играть на заморозках? Ну, наивно полагать, да, что... Что у меня ничего нету. Ну давай, ладно. Нет, не будем пока.
Пока не будем. Я хочу просто сделать вот этого, выставить под плавунью. Но опять же, если он кабачок этот вызовет, не очень хорошо получится. Кабачок меня размотает. Оу. Вот что у него есть, оказывается. Ну-ка, пропустим пока. Так, он уничтожает у нас... А, блин, два или меньше. Твою налево. Что, он сюда кого-то хочет поставить, что ли? Нет, огурец, тебе там не место. Попробуем так сделать. Потом пойдет зомбот, ребят. Со следующего хода. Угу. Бомбочка. Еще бомбочка у тебя будет? Нет, у него больше бомбочки. Ну, понятно. Ураганчик. Так, мне вот интересно... Вот что он сделал. Ну давай влупим тогда уже. Ну ты понимаешь, да? Выставляет там кого? О-о-о, вот ты как. Заморозку. Ну ты в защиту все равно, парень, пробьешь. Так что извиняй. Пока хорош. Пень. Так, ну что, бонусную атаку делает. Он, наверное, не в курсе, да, что у меня есть такая вот штука. Плюс у меня есть вот... А, все, он сдался. Не прокатил его фокус на заморозках, ребят. Не прокатил. Что очень приятно радует. Ну что, ребят, отыгрался. Наконец-то отыгрался. Я вернул обратно свой этот. И мы забираем еще 100 брюликов. Так, и еще у нас, ребята, ранний доступ. Ежедневное задание. Колода Бабах, а называется Могучие Ягоды. Так что используйте электрочернику, чтобы сразить профессора мозговой атака с 30 единицами здоровья. Мозговую атаку. Черничка, ты у меня одна здесь, даже не прикрытая. Бери вот эту вот. Угу. Хотя бы дали солнечный удар. И на этом спасибо. Давай сюда поставим. Хотя, возможно, кого там создаешь? Сумоиста. Ягодку передвинешь. Вот так вот даже.
На тебе. Клубника. Ну, если я вот так вот сделаю, например. Кого он там сейчас поставит? Или что он поставит? Зомби-астронавты, да ради бога. Пять в лицо сейчас. Ох, пять, да еще три. Восемь. А, да, вот так даже. Ну вот, ребята, мы и сравнялись по хпшкам. Кто у него там может быть? Это вопрос. Вот так вот, да? Давай смотреть, кто у него там. Ну, шаман со трех карт, понятно, ребят. Куда моя черника сейчас бомбанет? Вот в чем вопрос. Давай в этого хмыря. Отлично, шикарно. Все вовремя, все подстать. Опять этот там чувак с бонусной атакой, да? Я так понимаю, наверное. Что если сделаю вот так вот? Наносит 2 единицы урона. Он уже голодранец не знает, что бы ему сделать, да? Черника, куда бомбишь? Понял, отлично. Но этого мы можем бомбануть, ребята, с помощью вот этого удара нашего, в принципе. Так, пожалуй-ка, мы и поступим, да? Или как лучше сделать? Или лучше так вот бомбануть? А тут? Так, ладно. Лишь бы попадали. Есть, ребята. Вот это меня порадовало. Все, ему крышка, он ничего не сделает. Потому что этот пробьет ему сейчас лицо просто. Пускай там берет, что хочет. Карты, херарты. На! Засранец мелкий. Все, ребят, профессор мозговая атака идет ко дну. Ну а мы получаем 100 билетиков. Ну что, как-то вот так вот сегодня поиграли. В принципе, неплохо, друзья мои. 420 самоцветов. И будем закругляться. Я так понимаю, ребята, высшая лига у нас уже никогда не закончится, потому что она не обновляется. Вы, кстати, напишите, у вас обновляется или нет? Сезоны, да, у нас заканчиваются, но вот лига что-то нет. Так что всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.